Столичные организаторы «Экспо-2017» перенимут опыт проведения зимней универсиады в Алматы. Такое поручение сегодня озвучил премьер-министр Бахыджан Сагынтаев на заседании Кабмина. Глава правительства высоко оценил не только выступление наших спортсменов, но и в целом организацию соревнований. При этом особое внимание было уделено наследию универсиады. В первую очередь вопросу распределения жилья в атлетической деревне. По поручению Ельбасы нами же начата работа по распределению 1748 квартир среди очередников на жилье. Это сократит очередь на жилье в Алматы на 10%. Сегодня это около 17 тысяч человек. С учетом широкой информированности общественности, мы нацелены решить этот вопрос в кратчайшие сроки до праздника Наурыз. Согласно соглашению между Акиматом и АО «Казахстанская ипотечная компания», по итогам неоднократного публично проведенного управления жилья отбора подготовлен список очередников из числа социально уязвимых слоев населения, инвалидов, сирот, многодетных, бюджетников, остро нуждающихся в жилье. Вопрос дальнейшего использования спортивных сооружений будет решаться совместно Акиматом Алматы и Министерством культуры и спорта. Кроме того, аким города Бауыржан Байбек рассказал о стартовавшем проекте «Наследие универсиады».